Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать вот об этих двух строчках. Они очень удобны. Если есть у вас на машинке, вам повезло. Эти строчки от точечки и вот эти вот галочки обозначают, что в начале и в конце строчки у вас будут делать закрепку. Здесь закрепка будет вперед-назад, а здесь точечные закрепки. Я чаще использую точечные закрепки. Вот, к примеру, я стягаю одеяло вот такое большое, делаю параллельные стежки, и мне нужно достигать вот до этого замечательного песика и пройти его. То есть я вот дошла, вначале он мне сам сделал закрепку, а в конце я нажимаю кнопку назад, и он мне делает точечную закрепку. Все, потом я нажимаю ножнички, оно обрезает это, я поднимаю и передвигаю дальше по рисунку. Вот делает точечную закрепку в начале и пошла вдоль, так как мне надо. Когда я дойду до конца, сделаю еще раз, нажму назад, и у меня сделается закрепка в конце. Так что посмотрите, есть ли на ваших машинках эти строчки, и используйте их. Удачи!